Кулики, наконец-то моя дота. Давно не было. Надеюсь, у нас кто-то ферст пикнет. Ура. Ферст пикнули. Проверяйте. Your turn to pick. Так. Давай есть, все есть. Играем на победку, ОФК. Он и на победку. По-другому не умею, сори. Ну вот, хотел взять ОД, но не взял. ФК, играешь без ОД. Your turn to pick. На кого у нас есть шмот? Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Эх, если я на стриме постоянно ем. ПКД просто ем, ем, ем. Так, чем мне это выиграть, говно? Морфлинг, обсидиан, бейн, хай ПТС вражеский. Your turn to pick. Еще и Свен. Ха. Вау. Вот это жестко, ебать. А вот Свен только, наверное, в Рейскинга брать. Ну, хотя Сларк под РПМ что может. В теории. Но надо думать. Но против меня будет Морг стоять. А кого не доберут, если я возьму Сларка? У них есть мидер. У них есть на харду Морг. 5 seconds remaining. Если не знаешь, кого брать, пикай в Рейскинга. Все очень просто. Prepare for battle. You are in my presence. There are wraiths among you. Интересно, интересно, интересно. Критично даже. Prostrate yourself. Wise counsel. This one, my brethren, is in the bag. Is in the bag. Что у меня какой винстрик? Я могу это нажимать. А, у меня два винстрик, уже нет. Сори. Сори, сори.
Лиза! I'll consider it. The battle begins. Wraiths! Your king is the Wraith. War begins! Who's in charge here? I'm always at my best. First blood. First blood? By any measure. Oh, let his nightmare never end. Come on, you. So what if I swagger? Your king moves of his own accord. We are in agreement. War is torn. Ну, блядь, а как успеть два крипа добить? As you advise. All upon them. Tis your honor. Keep your thoughts to yourself. Tis I. Tis I. Now, this is truly the game of kings. Oh, baby! We are in agreement. Вельки Дженки! Полторашка просто так? А вообще, если работяга еще наприсылают, может, все же согласишься финал закомментить? Да так у тебя даже с лагами в 100 раз интереснее, чем на Рухабе. Там вроде кто-то хотел оплатить финал, пока неизвестно. Ну, не знаю. Это худший мажор, худший контент. Хуже 4-го интернешнл. Что мы проигрываем пока в говную игру? Лондрид ничего не фармит. У всех все плохо. By any measure. Be not timid. Все проебано как-то. I'm always at my best. I always at my best. War is torn. Submit to the Wraith King's rule. There are wraiths among you. Your king moves of his own accord. Questionable. Questionable. Tis your honor. Prostrate yourself. Behold your king. О, прикольно! My next coronation. Похил? Найс. Хоть и зафейлил, но... Правда, крипов-то хуя проебал. So what if I swagger? Wise counsel. I'll consider it. Haste questionable. You are in my presence. Не дынаю ёбище. Моё изи. Who's in charge here?
Ну, уберет, а? Ну, спасибо за стик. Anyway, у меня куча хила, которую я не трачу. Behold the race. By my decree. Вот ёбик. There are wraiths among you. Кто руну заберет внизу? Фаза секречена. У Лондурида забрали два раза уже. У БХ тоже не все хорошо. Не знаю. Ну, вроде почти четвертый левел, хоть что-то. Вот так все. My crown. Obey. War is torn. Behold the race. Wise counsel. War is torn. Может на топ сходить, но мне надо хотя бы 7 левел. All mine! Да-да. Блять, не хватило на барабана из-за того, что этого крипа не добил. Сука. Помощь на папичах! Деремся, блядь. Зачем он застелил, я не понял. Ладно. Мы еще и морфа убили. Кик! Come, let's be about it.
So what if I swagger? Take a knee, peasant. Submit to the great king. Наша вышка. Никак не добить, у него там в раза 4 больше урона по вышке, я хз, с этим криком, плюс, ну вы поняли, шок. Уебал! Может, убей иллюзию ему, блять, уроды? Тизай! Да, он на Зевсе, бля. Ну, сука, на! Нахуй! Бля, тупой Зевс нафидел просто вообще не в тему. А у Свена-то миллион фарма. Чё за хуёвый ульт? Самый бездарный ульт в моей жизни. Свена никто не дефает? У Свена там очень много, ебать. Мне показали, я охуел. Несем их! Сведем их! Блять, ноль помощи. У Свена очень много, я думаю. Мы проигрываем, мне кажется, потому что у Свена очень много. У него уже 11-й, а у меня только 9-й. И у Свена настолько опережает по фарму нас. А может, вроде Саша Яша с доминатором будет на 15-й. Охуеть. Тизай! Главное, что он БКБ не собирает, а Саша Яша, это самое важное. Сюда! Найс, помощь. ГГ. Дота дауны в команде. Лол, дота руин. Вот это руин. А где помощь, лол? Они просто руинят, союзники. Ну иди сюда, сука! Он все зафармил.
Да, мы проебали, лол. Нахуй! Покойник! Помой! Сюда! Сюда! Радик собирает. Мне вообще не понятно, где он собирается. Ясно. Да мы пройдем этому Свену, его никто не убивает, ему никто ничего не делает, все АФК. Верки-деньки! Педалич, а-а-а-а-а, попечь, привет, как дело? Как дядя Богдан с Викарет. Помнишь, я говорила о фотках? Так все в силе. Мы можем провести эту сделку. Забайте меня на донат 2х. Сколько помощи? Я не помню, помощи. Ничего не понимаю, о чем речь. Я играю, очень занят. Че он дурит, собирает? Я вообще не понимаю еще. Who's in charge here? Behold the race. Вот D162, блять, этот ублюдок выиграет, потому что Свен не прекращает фармить. Ничего нельзя сделать. Команда обосралась, не убила Свена на древних. Это было супер важно. Ой, найс, парень! Добейте Свена! И он жив. Почему он жив, я не понял? Хевномана, да. Похол, он дроид выносит. Нет, ничего, он нихуя не делает, оказывается. Я думал, выносит. Шок. Он вообще ничего не сделал. Даже не накоцал базу полка. Да. Пол убил? Наконец-то Свена, блять, убили. Что за пиздец? А почему Свена отпускают в очередной раз? Хорошо хоть Свен даун и... Ну, вы видели, он вернулся и умер. А нахуй он вернулся, не знаю. Мне надо топор, надо пофармить.
Пока радик не нафармлю, я с топором хочу пофармить древних, чтобы побыстрее убить. We can push, let's go. Go high ground. Don't stay close. I have mech, bounty hunter, what the fuck? Go top Rexus after this. I have ulti. NAA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 
Изи катка, изи лайф, изи катка, изи лайф. Стримлю. Окей, Вивон, do whatever you want. War is torn. Я одну игру еще буду стримить максимум, не больше. By any measure. Keep your thoughts to yourself. А что так? Проигрывать часто? Prostrate yourself. Да нет, у тебя вроде нормальная страница. Question. I'm always at my best. Блять, а что, враги АФК, все? Ну ладно, блять. Хуй с ними. Хуй с ними чими. Behold the Wraith! As you advise. Be about it. The enemy's bottom tower has fallen. I know once and future thing. Wise counsel. Who's in charge here? Мип-мэп, мип-мэп. Take
Изи катка, изи лайф, изи катка, изи лайф. Надо Октарин успеть, но я, по-моему, не успеваю. Кек! Не успею никак, нереально. Глиф надо, чтобы они нажали, плиз глиф. Ура! Вау! Меня кто-то услышал! Солянова! Хуя себе тут 1500 рублей задонатили, челик с ником лысый. Дякую. А я, кстати, не заметил, но я слышал полторашка просто так и думал 150 рублей. Я не знал, что 1500. Спасибо, короче. А насчет... Я уже ответил, кто-то там хотел задонатить на финал. Ну, вообще, я лично вот, в глубине души верю, что никто не захочет донатить на финал. Не хочу я комментить. Такое дерьмо, так слабо играют. И играют слабо, и лаги бесконечные, то есть задержки. Или наоборот, проснуться, а там уже игра идет. Что-то у меня, же говорю, хуже 4-го International. Вообще ноль хайпа лично у меня. Спасибо за 1500. Я думал, это было 150, а не полторашка. Я подумал, полторашка 150. Я ж не могу чекать во время игры. И не альта пусть. Интересно, будет ли два солянатория подряд? Или сейчас АФК закинет скрытую, блядь, сореварню? Консерва. Даже не открывает череп. Даже не могу посмотреть их на вас. Нихуя не открывается. Это все типично. Хоть кого-нибудь ласт игры можно глянуть? Еще ничего не видно. Да. Ой, я понял, короче. Я понял все для себя. Что-то сложная игра. Пойду, короче, лучше в поеху играть. Хз. Да, пойду лучше в Path of Exile играть. Что-то... Ну нахуй. Сколько там у меня? Ну, ПК. Next игру закинул в скрытый пул. Я уверен, если бы остальных игроков посмотреть успел, там было то же самое. Одни победы против одних поражений. Пойду, наверное, в Path of Exile играть, парни. Сейчас не хочу в доту.
Ну только что я хотел, но что-то смотришь союзников, у всех все плохо. И думаешь такой, ну хуй знает. Хуй знает. Сколько времени? 18:17. Вот думаю, я Path of Exile хотел лабиринт пройти. Лабиринт проходить это где-то час, а играть в доту это еще минимум минут 40. Сейчас игру пока подожду, пока найду, это минимум минут 40. И играть в лабиринт это минимум час, наверное, будет. Хз. Идти. Ну ладно, может еще одну игру подождем, может. Все-таки найду. Более-менее честный состав. Ну пока столько репортов, надо чекать игры, потому что когда у тебя, я же говорю, больше 6 репортов, огромный шанс на скрытый пул. Надо хотя бы иметь 3-4 репорта, то есть не 10, а 3-4. 3-4. 10 репортов, дохуя, большой шанс на скрытый пул. Я вот думаю... может в пизду доту. Пойду в Path of Exile на найсичах, на обоснующих. Да, я пойду в Path of Exile, пожалуй. Я чувствую, надо пойти в Path of Exile, я просто чувствую. Лабиринтыч. Лучше в плюс моральке пойти посидеть в поешке, чем идти в доту играть. Не хочу сегодня быть уже на минус морали. Одну игру затащил и хватит. Ну, загружайся. Куку. Ебучая поя всегда так долго грузится, когда они это пофиксят, о, великие силы. О, великие силы. О, великие силы. Почему ты так долго грузишься, ебучая поеха? CSGO? Нет настроения. Да в POE я хочу играть. Апдейтить же. Хочется в POE играть. Хочется по КД играть в Path of Exile. Я знаю, что большинство зрителей любят доту, что типа никто почти POE смотреть не будет, но... Что поделать. Так, иди сразу в лабиринт или что?
потому как хотел колечко одеть. Что, блядь, постараться на... Что за даун, я же так стримлю. Вообще не пишите мне, когда я не стримлю никогда в жизни. Меня это раздражает, когда мне... Когда мне пишут, когда я не стримлю. Так, на 38 левел. Ну да, пожалуй, возьму 38 левел, одену колечко это. Получше чуть. И потом пойду в лабиринт. У меня сейчас 37-й. Как раз пробегусь. Дореса и этому, как его, Колому. Та-та! Ta-ta. I once heard a Cardoi mention their Island of the Dead. Так, эту локацию я ненавижу всей душой. Я буду ее пытаться пройти побыстрее. Это худшая локация. Кстати, Warling Blades пофиксили немножко. Насколько я знаю, попочнется на 10%. Теперь медленнее. У меня сейчас так скорость невысокая, так еще и медленнее на 10%, чем раньше. Куда мне бежать надо? Ебучие лабиринты. Сделал квесты с Коломом и... А, то сюда? Crystal Veins, я нихуя не понял. А куда мне? Я не могу найти, где мне пробежать. Что за дерьмо? Что за шок? Пойдите-то здесь. А, так что я сразу тут не пробежал? А, это хуйня, здорово. Это надо скипать. Их вроде пофиксили уже, но они... Я лучше скипну. Так, не обстреливайте, блядь. Это лучше скипать. Хоть я читал, в каком-то почноте вроде пофиксили вот этих вот боссов, которые обстреливают. Но раньше они были очень губительные для новичков, и я не хочу чекать. Ну, в смысле для новичков, я имею в виду... Для новичков, само собой. Они для всех были губительные. Там миллион урона. Великие деньги! Здорово, Попеч. Видел Здорово. Ли ты новое шоу Дреда? Что о нем думаешь? Не видел. Есть ли мизерный шанс, что работяги увидят тебя в этом шоу? П.С. Пасом 3 фильм «Детонатор» 2004 года. Уверен, что ты достаточно развит, чтобы оценить этот шедевр в скобках, да. Не видел никакого шоу, а насчет фильма я подумаю. Если будет нехуй делать, то, наверное, посмотрю. Если не понравится, ну, синопсис. Если не понравится синопсис и... Надо сделать звук тише. Если понравится синопсис и постер там, и все такое, актеры...
звук чуть потише сделать. Худшая локация ever! Неприятная, противная, уебищная. Что? Вот это меня дамажит. Шок! Зачем так рисковать? Блять, сундуки открываются, как не знаю, какое-то что. Мебель ломаю. А ладно. Ура, наконец-то Каомыч. А челик, вот вместо того, чтобы задавать такие вопросы, совсем уж, вот, ты говоришь, я совсем ебаклак, ты можешь почитать факью в каком-то, не знаю, где угодно, хоть на официальном сайте. Рипнусь в лабиринте, ну посмотрим. Сейчас пойду еще до Реса сделаю, потом в лабиринт. Я себе портал купил. Я вообще вчера закупился. Этот портал стоит $14. Блять. Почитай где-нибудь, не знаю, загугли, но это ж вообще пиздец, где взять гемы. Даю тебе за квесты гемы. Активные скиллы это гемы, скилл гемс. Даю тебе их за квесты. What can we do for you?
Bye. Bye. Anything you need, just ask. Be careful. Что там дальше у меня? А! Куча ДПСа. 4.37. Пойду лабиринт после Дореса, сказал же. Ну или хотя бы возьму телепорт около Дореса. Возьму телепорт около Дореса и пойду в лабиринт. Все, решено. Хотя бы телепорт возьму. Как тебе Триски Риаки? Это кто? Наверное, то, что я скипнул? Pride. Почему так тихо говорит? So glorious of arenas, I care for your past, only your future. And for that, you will have to fight. Он 5к ДПС к нормалю. К концу нормала. My spirit is spent. Как я и говорил. Это в 5 лимки. 6 лимки было бы 6к. Около 6. Да, только дуэлист. Ну, если я не буду играть дуэлистом, то я не буду играть этим билдом. Но я сомневаюсь, что я буду играть после того, как я рипнусь. Я не планирую играть после рипа. Ну, вот. Да я не планирую. Как будет на деле, хуй знает. А то ты про себя или что? Тебя рипнул... Босс в лабиринте накрыли? Я Доту играл. Я не хочу перезапускать стрим. У меня и так Владислава, у меня 2 вода не заливаются на YouTube почему-то. Я не хочу плодить воды. Я не хочу перезапускать стрим. У меня почему-то, блядь, 2 вода не заливаются. Который 6 часов и который 3 часа поя. Вот те вроде. Ничего ему поделать не заливаются. GG. Деньки. Привет, папа Нистер. Передай привет работягам с Норильской Дудинки. Приятной игры. Твердый знак, 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 твердый знак меньше чем 3. Привет.
Привет, проверяй. My spirit is spent. My spirit is spent. Мне бы уже Blasphemy надо с... Вельки Дженки! О, Черсмарк. Привет, папаня. Рада видеть тебя в добром расположении духа и, пользуясь случаем, хочу поздравить тебя и твоего дядю с наступающим праздником. Вы потрясающая пара. Ой, все. Let us see how you feel in the grand arena of the Apocalypse. Так мне надо Blasphemy и Poacher's Mark. На самом деле. Я хочу Blasphemy и Poacher's Mark уже. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Welcome to the grand arena of the Apocalypse. Так, идем в лабиринт. It is here. Только я сначала чекнул, могу ли я купить Blasphemy и Poacher's Mark. Не, срочно Blasphemy. Вообще имеет смысл Blasphemy quality покупать? Blasphemy. Что она дает, если quality будет? Increased effect of supported curses. А, так получается есть смысл, если increased effect. Ну мне бы любое Blasphemy, бля. Мне бы любой, лол. А Poacher's Mark я могу вроде взять вот здесь. Или вот здесь. Пока возьму какое есть. No. Нет, не видел. Poacher's Mark. Level 5. 9 лайф и 7 мана. У меня сколько? 16 мана. Нормально. See you. Что, громко стало диалоги? Мне надо срочно Blasphemy где-то взять. Продайте мне кто-то Blasphemy. Я пойду в лабиринт, когда я получу Blasphemy. Go, go, go. How you doing? Stay out of the shadows. Ебаный ретард, чтобы тебя... Шок. Мне надо Blasphemy, я хочу идти с Blasphemy в дело. Дуэлист даже не может получить Blasphemy. А, можно купить. Дуэлист. О. What is it? Где оно? А вот, лол! Ура! Ладно, идем с любым Poacher's Mark. Так. Нужен один синий слот. Пока буду с Геральт оф Эш, то маны будет мало. Буду без хейтеров. Anyway, ДПС компенсируется френзи чарджами. Лишний? Что значит лишний? Ну это какой? Короче, сложно. Сложный вопрос. Мне лень ждать. Можно раздавать что-то? Когда я без задержки стримлю, то можно и раздать. Я помню, так раздавал. Было такое.
А так мне лень ждать, на самом деле. Все, пошли в лабиринт. Насколько я понимаю, в лабиринт... Так, го, чекнем еще кое-что. Лабиринт. Там можно заэнчантить. Бля. Я не знаю, как лабиринт пишется по-английски. Я знаю, как пишется Ascendancy. Так, лабиринт. А да, вот так правильно я забыл. Через букву Y. Enchantment. Glove enchantment. Мне вообще надо, блядь. В любом случае, нет смысла с собой брать перчатки и другие какие-то. Так. Лабиринт можно пройти только с одной попытки. Чтобы понимали. Надо взять свой свиток максимум. Все, пошли. Before the gates of the Lord's Labyrinth. Within these walls, the Lady of Justice doth preside. Почему у меня не работает по очереди смарт? She shall weigh your mind in one hand, your heart in the other. Should she find you wanting, death shall be your sentence. Should she find you worthy, the just goddess preside. Погнали! Justice will prevail. Сейчас бы рипнуться. Я нихуя не знаю, на самом деле. Я даже не успел посмотреть гайдов по лабиринту. Я знаю, что шипы больно коцают. Это я знаю. Шипы, блядь, пиздец дамажат. А вот насчет всего остального... Ну, остальные ловушки не так сильно дамажат. Шипы сильно дамажат. Которые из пола вылазят. Это пиздец. Это опасные ловушки самые. Вельки Дженки! Привет, папаня. Почему не играешь с музыкой в доту, как все адекватные люди? Заливать что? Соляру под сандру. Охуенно же. Максимально хуёво. Как ты относишься к Ари Делевинь? По-моему, самая красивая девушка в мире. И какой, по-твоему, самый красивый герой в доте? ВК не в счет. Самый красивый герой в доте — Легион Командерша с Арканой. В моем прикиде. Кара Делевинь охуенная. Только самая красивая — это Кристен Стюарт. Не обсуждается, блядь. С музыкой в доту никогда в жизни играть не буду. Это вообще какое-то говно. ДПС даже больше, чем 5к стало. 5452. Thank you.
Пока все изи, это локация левел 33. Сложно, я так понимаю, будет босс. Но ловушки тоже должны быть изи. Потому что это нормал. На нормале ловушки, я так понимаю, не сильные. Насколько я понял, из, так сказать, превью, там были Trials of Ascendancy. Надо было пройти. Типа там представлялись все виды ловушек. И насколько я понял, на нормале дамажат только шипы, которые из-под земли вылазят. Вот это вот на нормале дамажат. Остальное хуйня. Да, шипы очень сильные, я знаю. Еще и блит. Сейчас бы сдохнуть, блядь, с Legacy Taste of Hate'ом, лол. Верьте Дженки! Привет, Виталите. Викарет или Кирстен Стюарт? Ответь, или петух? Блядь, если я говорю, что Кирстен Стюарт самая красивая, ты как думаешь? Надо включить макро. Она пока skip update. Так, все, логаут у меня есть. Не, в натуре, сейчас бы рипнуться с Legacy Taste of Hate'ом. Вы понимаете, сколько это стоит, то, что у меня есть сейчас на мне? У меня сейчас герой одет на, как минимум на 30 экзалтов, вы выше. У меня Legacy Meginord, Астромендис обычный и Legacy Taste of Hate. Если я рипнусь, это GG. Минус 35 экзов. Там что-то закрыто. За лабиринт. О, а вот и шипы. О, что за говно коцает? Current location. Куда мы идем? Silver Key. Надо найти какой-то ключ. О, ловушки. Че за ловушки, где они? Какие-то пилы, блять. Найс. Сейчас бы распилить меня. Шепот. Я так понял, мне надо в сторону пилы идти. Я могу ее. Оп, могу. Лол. Я могу ее скипать вайринг блейдами. Это хорошо. Интересно, насколько тогда шипы дамажат на хардкоре, если на нормале они так сильно дамажат. То есть, в смысле, не на хардкоре, я имею в виду, я и так на хардкоре. Насколько их шипы дамажат на Мерсилесе? Ну, я думаю, босс будет опасный. Изара. О, это мне сюда надо, лол. Да? Locked door. Silver chest.
Ага, значит надо сюда как-то добраться, ну, открыть дверь. The Labyrinth, current location. Мне найти... А! Больно, блять! Мне найти рычаг, чтобы открыть дверь. Понимаю, туда надо идти. Оп. О, не надо никуда идти, тут можно пройти. Where there's a silver key, there must be a silver door. Интересно. А что у меня с экрана было, только что видели? Silver key, хорошо. Так. А это я где? Gold door. А мне надо... А чтобы найти gold door, мне надо золотой ключ. Мне надо пойти в silver door. Тут silver key, а тут что у нас? Короче. Понял, надо вернуться. Бля, парни, ну... Во-первых, лук... Ну, что-то снять начальный... Ничего особенного. Для начала игры. Наверное, для начала игры хороший. Блять, что он так дамажит? Так, я походу должен к выходу идти, искать Silver Door. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, нет, я хуй знает. Ну-ка, поищем что-то. Я первый раз прохожу лабиринт, я не знаю, что мне делать. Должна ли показаться на карте Silver Door? У меня есть Silver ключ. Ну, от лавы легко вернуться, прям совсем легко, по идее. Короче, суть в том, что я не знаю, нужно ли мне здесь это искать. Silver Door Location. Вот, у меня есть Silver Key, а тут Gold Door. А здесь это начало лабиринта. Есть ли здесь Silver Door? Блять! Это что? Купил? Купил, это дешевые скины. Ничего особенного. Locked door. Не могу их открыть. Locked door. А где тогда искать, собственно, silver door? Блять, ты чё прям всех. Блять,
Короче, КЗ. Тут я проходил до конца, да, тут все. Нихуя там не показано, не везде. Вот не показано, где Silver Door есть. Только видно Gold Door. Тут написано Silver Key, но не показано, где есть Silver Door. Я не знаю, где Silver Door. Так что не время. Ну гоп, проходим здесь все. Может что найдем. Эх, куда мне идти? Где мне искать Silver Door? Хуй знает. Может, где-то сбоку от этой локации есть, собственно, путь в Silver Door. У меня есть Silver Key, но нету Silver Door. А, и чё? Ло, тут нету выхода, я зашёл. Тут тупики везде, а чё делать? Верьте, Дженки! Виталёк, что думаешь о том, что после того, как ты подрубил Пайо, все твои улыбки мадеры съебали со стрима? Все, кроме этого. Твоей самой преданной поклонницы, Викули. Какая же она охуенная, да? Наверно. Сейчас бы пояс смотреть. Бля, а тут тупике, как куда мне пойти? Вот это слишком сложно. А куда идти? Тут закрыт, тут тупик. Что делать? Откуда оно вылазит? Бэ, хули так сложно? Оу, а что делать? Тут тупик. Куда оно залезло? Оно просто испарилось. Да не порезали, вроде. А что делать, лол?
А что делать, лол? Лол. Почему тут тупик? Что делать вообще? Это баг или что? Раз должно быть заблочено полностью? Не, ну это чересчур сложно. Абсолютно ноль инфы. Что делать? Прям чересчур сложно. Нужно, чтобы было полегче. Почему с головой думать? Зачем думать головой? Факт в том, что тупик и нельзя пройти дальше. Почему тут думать головой? Просто тупик по факту и нельзя пройти и все. Что делать? Что делать, лол? На какой, блядь, карте? Никто ничего не сообщает. Что за... Какой, блядь, карте? Что он несет? Никто ничего не сообщает. Кто сообщается? Он не сообщается. Слишком сложно. А где, блядь, Лока с серебряным ключом? Я сейчас в Локе с серебряным ключом. Как я должен зайти, блядь? Куда я должен зайти? Как же сложно. Лучше бы Доту пошел играть. Я что, Минотавр по лабиринту бегать? Я папич. Через вообще другую дверь. Какую, блядь, дверь? Я же не Минотавр. Я не шарю в лабиринтах. Я... Папич из рода папанистеров, блядь. Я ничего не понимаю в лабиринтах. Лучше бы ты что-то умное написал. Но я думал, это тебе не под силу. Да, 2к ДПС хватит, по идее. Конечно. Можешь сюда сходить. Куда-то приплыл. Попахивает ловушками, парни. Да хули все двери закрыты? Что за блядство? Блять, кто-то накоцает. Куда они, блядь? Они из стенок выходят. Лол.
это? Все, не пишите. Я и так запутался. Так слишком сложно. Блять, а это что там за хуйня бьет палкой? Что делать вообще? Так это хуйня палкой лупит, я не могу определиться, идти мне или нет. Что там палкой лупит? А кто-то палкой бьет меня, блять. А вот эта хуйня палкой лупит. О, ура. Блять! А тут нельзя пройти? Я что-то открыл. Что-то сделал. Надеюсь, положительное. Не, походу лабиринт со стримом проходить не варик. На какой, блядь, карте? А чё будет, если меня ебанет эта штука, я не умру? Я не хочу тестить. Ай. А как сюда добраться? Можно на липслам? Я же не могу портал делать. Да что так сложно, алло? Верьте, Дженки! Надо, пиздец. Не шарить, купи липслайм и перепрыгни преграды. Где я его куплю? Версию поебудешь играть. Ку. Где я должен купить липслайм, если телепортироваться нельзя? Если я пойду в Сармен Капнет, все нельзя. You're about to abandon this labyrinth. А еще you want to do this. No. И что, блять? У меня нету липслайма. Как я должен его купить? Если это уже ГГ, я не могу выйти отсюда. Чтобы посоветовать купить липслайм. Как я должен его купить, блять? Что там был за вопрос? Я пропустил. Пиздец, что так сложно? Steam версию по больше. Зачем мне Steam версия? О! Я где-то хуй знает куда попал. Куда-то. Gold Door. А нахуя мне Gold Door Location? А, ну по идее я тут хотя бы бегать могу. Practice makes perfect! Practice makes perfect! Да ладно. Блять, мне уже страшно. Твою мать.
Сейчас бы проверить ДМГ. Блять! А дальше что? О, великие силы. Сложнее еще не могли придумать эту хуйню? Сложнее не можно. А почему никто сразу не сказал, что надо липслэм? Ебать. Куда это вообще можно знать? Я что, типа они что рассчитывают, что каждый класс должен бегать с липслэмом? Не знаю. Ебаный тупик, GG, мы проебали. The son of Ezamir. Я уже левел апнул в этом лабиринте. Golden Door. Да иди нахуй. Где должен найти золотой ключ? Меня никуда не пускают. Где я сейчас? Gold Key. Ура! Я в локации с золотым ключом. Какой хайдаут? Ты о чем вообще? Шипы работают или нет? Ага, понимаю вас, блядь. То есть они работают, когда на них наступит, блядь. Ну, я боюсь. Блять. Так понимаю, шипы плюс эта штука, это ваншот? Ну, тушот. Меня убьет, если я попаду на шипы и на... Если меня прибьет этой темой.
краном подъемным. Ну да, рабочий. Куда ты попал? Так где золотой ключ? О, ключ! Откройте дверь мне, блядь! Твою мать! Я боюсь, блядь. Мне надоел. Не так все сложно. Я хочу понять, как мне действовать. Тут шипы не работают? Вообще? На, проверить. Работает болт. Ясно. Пусть с ним просто пролетели. Where there's a golden key, there must be a golden door. Ну я знаю, где Golden Door. Я ее видел. Ай! А где я видел Golden Door? Я уже забыл. Golden Door. Где я ее видел? Я забыл. Где-то видел. О. Gold is the most liberating of metals. I believe in traveling light. Я уже что перебрал. Нельзя порталиться на базу.
Okay. Аспирант Страйл. Это первый файт с боссом или что, я так понял? The weary traveler draws close to the end of the path. Сундук. Забавно. А продавец? The Azmeri were the first cult. Верьте деньги! Папань, ну когда уже Рип заебал тебя? Никогда! Порадуй работяг. Мы тут все это говно только ради него смотрим. Никогда не будет Рипа. Никогда. Вообще никогда. Вообще никогда. Можешь не смотреть. О. Так, when первый файт с боссом. Effigy, надо убить эту тему. А. Так. Что происходит? Сложно или не сложно? Accept no impulse. Such resilience. Я убил вроде все темы его. An empire should sparkle like ice upon the winter stone. Эти вроде темы переносятся на next fight, если я их не возьму, не убью, то есть не нажму кнопку. Ладно, пошли дальше. Вроде все неплохо для меня. Босс был пока не сильный. I believe in traveling light. Что за тупики ебаные? Locked door, опять. Верьте деньги! Артас, как ты относишься к консоли Wii в целом и как относишься к игре Beat the Beat, Rhythm Paradise? Я не играл на этой консоли никогда в жизни, не знаю, что это такое вообще, и не знаю, кто это за игра, вот честно. Куда я вообще забрел? Надо обратно вернуться. Ай. I believe in traveling light.
I believe ты идешь нахуй. Тебе страшно, страшно пиздошить, а я уже играю в него. Ебучий лабиринт. Ну и придумали хуйни. Ага. Шок. Теперь вообще рипаться нельзя. Прикиньте, заново проходить на трех сложностях, когда ты пройдешь-то один раз. Я еще даже первую сложность не прошел. Сильвер кей. У меня есть сильвер кей. Что за дерьмо вообще? I believe in traveling light. Блять! И что тут, ничего? The Azamite and the Eternal. Будь осторожнее. Так пойди, только ловушки страшные. Все остальное на нормале, тебя не может убить. Бесконечные закрытые двери. Silver Chest. Что-то свич делает. Я так и не понял. Я не понял, что он делает. Я нихуя не понял. I believe in traveling light. Мне надо, по-моему, открыть дверь там. Вещи куда-то идти.
твою мать! Вельки Дженки! Папа Нистер, Вика вчера на стриме говорила, что очень хотела бы сыграть с тобой в Парашу 2. Что думаешь по этому поводу? Может, пора уже перейти к более решительным действиям, а то какой-нибудь пидор уведет ее у тебя. Не знаю, не думаю, что пати-контент, ну, это то, что ждут мои зрители, разве что без стрима. Я и так редко стал стримить соло-помойку. Я уже говорю много раз, когда я подрубаю доту, то все ждут соло-РММ от АДОК. Where there's a silver key, there must be a silver door. Почему у меня два silver key? Что за... аутизм. Почему их два? Ок. Сложно. А! Ай, случайно. Forgotten Reliquary. Ясненько. А скелетов не коцает почему-то, пламя. О, скелеты бесконечно выходят. Нет, а лабиринт на третьем акте. Молока я еще не убивал. Что тут закрыто? Твою мать. Но все равно закрыто. А почему закрыто, я не понимаю. Меня коцает, но не сильно. Я так понимаю, на нормале слабо коцает. Вот сейчас вообще непонятно, что делать, почему там дверь закрыта. Как ее открыть? Когда я нажимаю.
О! Что? У тебя погоняло, асексуал. Нет, я же ответил. Ты что думаешь, видите, что на момент... У меня стрим с задержкой. Третья марки, лабиринт. Перед ним нужно пройти 6, так сказать, ознакомлений с ловушками. Тогда ты сможешь зайти в лабиринт. Что там? Да... Все. Я понял. Ничего хорошего. О, какой-то сундук прикольный. The next charge disruptor you use will reactivate after short duration. Я не знаю, что с ним делать. Слишком сложно. Что, как? Это невозможно понять ничего. И куда это юзать? Ладно, не важно. Почему, блин? Ой, сейчас бы лучше заигнорить сразу. Было бы проще. А чё я здесь забыл? Нахуя я сюда ходил? Кто мне объяснит? И что дальше делать? Я тут всё собрал, насколько я понял. Да, я везде зашёл, всё собрал. Или нет? Тут я это забрал. Хорошо. Я забыл ему эти кастаном прокачать. Его нужно, думаю, прокачать. Здесь что у нас было? Здесь нихуя. Эх. Сложность бытия. А дальше что? А? 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 Сильвер кей. Сильвер хуй. Вельки Дженки!
Привет, тупеч. Каково это, когда даже я, челик, который ни разу не играл в Пайо, уже понял, что надо делать на этой мапе, а ты до сих пор дрочишь скелетом. Да, расскажешь, понял. Особенно ни разу не играл и понял. Маме своей расскажи. The Azamite and the Eternal took their rest in the lee of Strife's gale and remembered the trap. Что пропустил? Сука! Все, я ебал. Я ебал. Это слишком сложно. Хорошо, хоть не рипнулся. Это пиздец, это слишком сложно. Прям слишком сложно. Нихуя непонятно, сложно. До завтра, парни. Да, что тут скажешь.